привет, как дела? Сзади он стоит машинка, это сын приехал, Джея, со своей подругой и с внучкой. Представляете, в общем, они приехали 1:30 ночи. Я уже, естественно, спать пошла, я в 11 часов пошла спать. Джей созвонился с сыном, они целый день были в Диснейленде. Диснейленд закрывается в 12 часов ночи, и вот они до упора сидели там. Я Джей говорю, по 100 баксов с человека, и правильно, пусть целый день сидят. Это $300 они заплатили, или там чуть меньше. Вот в Диснейленд, и что такое сейчас, мой хороший? Микочка хочет на ручке. В Диснейленд и в Universal Studio обычно так вот и уезжают с утра и на целый день. Там столько аттракционов, там столько всего интересного, там столько кафешек, ресторанов, что, знаете, можно не раз покушать и опять на аттракцион. Вот. Они прям ехали из дома дочки с зятем. С утра заехали сначала в Диснейленд и вот вернулись 1:30 ночи. И вот сейчас 10 час хрюкают, хрючат, спят. А мы с Микасиком пойдем гулять, потому что меня уже спрашивают, когда пойдем гулять. Девчонки, идем гулять, мальчишки. Переключаю камеру. Машина у сына, это вот Kia. Я знаю, их даже в Калининграде собирают. Их по всему миру собирают. Прикольная машинка. Для такого большого мальчика. И цвет такой. Ну, это я знаю, бабушка ему эту машинку прибомбила. Хочу вам показать, вот в некоторых районах, так между домами есть как бы улочка с задними дворами домов, если правильно выразилась. У кого гаражи с этой улицы, вот на задние дворы, которые выходят, мусорные баки. Какой-то домик. У меня практически все нормально. На ту неделю только сказала, что у меня все хорошо. И там кое-что там в мою пользу. На этой неделе уже не в мою пользу. Но опять хорошо. В общем, жизнь течет своим чередом, как положено. Взлеты и падения. Удачи и неудачи. Разочарования. Ой, господи. А что должно? Вести все время, что ли, мне? По жизни. Какие розы здесь шикарные. Такой цвет необычный, сиреневые. Головки такие здоровые, слушайте, вообще. Головки эти, бутоны. А это ж лаванда, как я понимаю. Ну, как обычно в моей жизни. То все хорошо, то плохо. Все нормально. Из режима не выбиваемся. Чтобы жизнь Маленой не казалась. Ой, Атас. Ну, я так расстраиваюсь обычно в течение дня. На следующий день меня уже отпускает. Потому что начинаю здраво мыслить. Ой, что там детка так смешно стоит. Опять же, проговариваю, что не делается все к лучшему. Или, значит, так Богу угодно. Ой, смотрите, дети. Ой, это, наверное, второй или третий раз за год детей вижу на улице. Мы хотели сегодня ехать в Голливуд, но... Неизвестно, когда наши дети проснутся. Играют во что-то на дороге. Ну, вообще. Это что это такое? Куда родители смотрят? Девочки, дома показываю, как просите. Это, может, не лучшая улица. Здесь часто машины ездят. Но другая, недалеко от нашего района. Good morning. Ой, какая верандочка.
как прикольно в катке. Ой, тоже вот ухожены вроде, да, вот у многих ухожены, а есть вообще запущенные дома? Не знаю, я помню, где-то читала, что в Америке, если ты не будешь там подстригать газонную траву, высаживать цветочки, ухаживать за своим домом, то тебя таким там штрафом накроют. Я так понимаю, что никого не накрывают, потому что вот я, например, один дом в нашем районе наблюдаю в течение года. Как был он неухоженный, так он и остался. Никакой газонной травы. Думаю, если бы штрафы были, то уже бы высадили траву. Так, это что тут? Или продают, или сдают. Так, вот с 4 спальнями, 3 ваннами. 612 000. 10 000 на наши 100 квадратных метров, что ли? Ой, кто-то с утра мясо жарит. Ух ты! Что за тачка? Кто понимает, я не смогла понять, что это за тачка такая. Так, ну, Кася, куда это мы с тобой зашли? Мне даже интересно, что это за тачка? Crossfire. Что за Crossfire? Сейчас как запикает. Не знаю. Я такую не знаю. Всяко разно знаю, такую не знаю. Будем уже с Микусиком возвращаться. Девчонки, про зубы. Вот вы спрашивали. Значит, у меня вот эти виниры, как бы вот так на переднюю стенку зуба. И немножко заходит как бы вот по краю туда назад, на заднюю стенку. Вот такие у меня виниры. И про... Алена написала ты мне, что на коренные не ставят. У меня на нижних по одному, с каждой стороны, по одному коренному у меня стоят виниры. Так что любой каприз за ваши деньги ставит на все зубы. Я так думаю, что за такие деньги не только на зубы могут виниры поставить, а на любое место части твоего тела. И, девчонки, что-то прямо так активизировались. По поводу Ольги, я не хотела ее имя в видео называть, потому что она не любит, человеку неприятно, когда они упоминают другие там блогеры, и это понятно. Вот. Ну, раз вы сами озвучили, я хочу сказать, что сама Ольга отбелила свои зубы. Я видела ее видео, наверное, многие видели, какие у нее раньше были зубы. Вот такие тоже какие-то серые. Все ее родственники отбелили. Я думаю, что и многие, кто у нее заказывает эти пластинки, тоже отбелили свои зубы. Вот Еленка живет в Майами. Тоже она этими пластинками, она и дочка отбелили свои зубы. Я не думаю, что она будет врать. И системой Zoom дочка отбелила зубы. Мне это все не подходит. Так, прервусь. Как камень переливается. Ой, не знаю, видно, нет? О, и это что, специально так, что ли? Специально. Ой, гляньте. Прямо стразы какие. Ой, интересно, передаст камера или нет. Ну-ка, здесь вот так на зум поставить. Нет? Ну, Касик.
Я Ольге под видео писала, где она рассказывала о винирах, что, Оль, у тебя там, ты говоришь, плохая эмаль. Это у меня самая плохая, хуже нет. У меня нифига ничего не отбелилось. Даже вот этой системой Zoom уже не пластинками, так эта система практически всем помогает, но только не мне. Так что не надо на моем канале обсуждать Ольгу, пожалуйста. Я сказала то, что они не помогли мне. Так же, как вот эта система Zoom, которая по всему миру распространена. Это что теперь? Наезжать на тех, кто ее придумал, и деньги берут за эту систему отбеливающую. Вот я такая, мне не подошло. И правду я сказала... Пишите мне правду. Правду я сказала о том, что на самом деле не все американцы имеют белоснежную улыбку и хорошие зубы. А не то, что я хотела кого-то там уличить в чем-то. Не надо мне вот это приписывать. Если вы не так поняли, то извините. Вот давайте лучше розочками любоваться. Ой, ну что ж такие у них бутоны-то здоровые? Что за сорт такой? А у меня что-то с розочками не складывается. Тоже у нас было две розочки в горах, два кустика. Ну, им помогла отойти в мирной. Вроде же подрезала там и поливала. Не любит меня. Меня, оказывается, и розочки не любят. А я бы их хотела полюбить. Таких красивеньких. Ну, посмотрите. Ну, вот как не полюбить. Ну, вот как. Больше на шиповник похоже. Микки боится идти. Микки боится подходить к чужому дому. Вот, смотрите. У вас тоже, девчонки, так бывает, что вот маленькие собачки, а когда начинаешь тянуть его, то фиг утянешь. Откуда у него столько силы? И как будто в весе прибавляет 100 раз. Особенно вот когда домой идти. Я его прям так тяну. Он такой упирается, смотрит на меня. Вот цветы в кашпо, которые я купила. Девочки, вот представляете, 2 дня назад смотрю вечером. Утром полила их, а они поникли. Прям вообще вот 2 кашпо, как вот вообще, как, не знаю, скорючились. Такие паникалютики. Джей, говорю, ну все, вот, все, Джей, смотри, это уже все. Понятно, что мне эти цветы не подходят. Больше никогда. Как я их вообще по дуре купила, что их поливать надо? Мне же надо так, чтобы не поливать. Вот такие я хочу, чтобы сами по себе росли. Ой, боже, какая красота. А Джей говорит, дай-ка я полью. Что вы думаете, на следующее утро цветочки ожили? Я говорю, все, сегодняшнего дня у тебя зеленый палец. Ты поливаешь цветы. Джейку любят. Джейка хороший человек, а я нет. Я плохой. Меня цветы не любят. Меня только кактусы. Да я же сама, как говорят, коротко себе. Кактус с души ромашки. Ну, как вот это про меня. Девочки показывают домики, как просите. Ну, у многих портьеры. У многих. Вот сколько шла, это 2-й дом, кажется. А так вот в основном, да, жалюзи любят. Жалюзи или, как они называются, такие ставни или ролл жалюзи, ну, матерчатые. А я вот, знаете, какие хочу? Джеки сказала, которые
Вот со стороны, в доме ты находишься, ты улицу видишь, просвечивает? Ну, не четко, но так слегонца. А со стороны улицы, с внутренней стороны, вообще ничего не видно, что в доме. Вот такие я хочу. Я в какой-то кафешке такие видела. Ну, чей-то катер это или яхта шита? Кто понимает? Ой, а здесь птички поют как. Красивенько. Слушайте, вот тоже. Начинаешь говорить красивенько. Красиво все нравится, чистенько, аккуратненько. Подтягивают меня за эти слова. Ну, меня и других блогеров. Начинаешь показывать, что не так уж тут и чистенько, а не так тут местами и красивенько, аккуратненько. Пишешь, что типа ерничаешь. Ой. Стебешься над людьми. Вот правда. Всем не угодишь. Пошли мне косичка уже домой. А вот какие кустики. Сейчас идем с Микасиком. Водичку попьем. Идем с Микасиком на водопой. Вот какие, видите, неубранные тротуары. Только что две кучи какашек собачьих было. Какие масички. Так что, что есть, то показываю. Вот сейчас мы попьем с Микасиком. Микочка, стой, нельзя, это чужая чашка. Стой. А, блин, как тут налить-то? Вот так вот только открывается. Сейчас я попью. Потом собаке дам. Как в самолете. Говорят, сначала одень на себя маску, потом на ребенка. Мне ж надо его довести до дома. Так, а интересно, если вот так вот мы сделаем. Попьет Микки так воду, как птичка. Вот так поставим. Проэкспериментируем. Гринпис меня не посудит. Микочка, видно? Давай, Микочка, пей. Микочка, пей. Ты моя лапа. Микки, как птичка, пить умеет. Давай. Лярика, давай еще. Айки, боже мой, айки, боже мой. А ну-ка, там хоть что-нибудь получается? Вот так еще сделаем, давай. Давай, пей. Ой, Микки, ну ты даешь. Молодец. Молодец. Смотри в камеру, смотри в камеру. Давай еще. Или с ручки уже будешь. Давай, мама, не будет мучить. С руки, Микки, там. С руки. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Ай! Все, не хочешь? Не хочешь больше? Все, пойдем домой. Все. Освежились, Мульда? Спасибо тебе, водичка. Спасибо тебе, это, не знаю, святое место какое, может. Святой Антонио, пожалуйста, вам. Вот еще хочу вам в заключении видео показать дом. Я не знаю, это частный дом или это что, офис какой-то. Понятно. Дверь очень красивая, да? Ой, прям вот обожаю. Я представляю, там как входишь, потолок высокий на два этажа, а окна такие большие, смотрите. Очень мне нравится. Только место не очень. Здесь вон оживленная трасса рядом.
Так, что там у них? Домик такой стоит рядом для вот садового оборудования. Так, ну все. Все, мои хорошие, дорогие, любимые. Жду ваших комментариев. Делимся. Делимся радостями, невзгодами. Не стесняемся писать, если что-то не так, типа, что я буду настроение людям портить. Ну, для чего мы тут общаемся? Для чего мы тут дружим? Хоть и онлайн. Возможно, кому-то нужен совет или поддержка. Поэтому все нормально. Принимаем любые комментарии и приветствуем любые комментарии.